Ошибки, которые могут возникать здесь, для примера, скажу, вот, наверное, наиболее часто встречающиеся, это когда должник не успевает оплатить задолженность до того момента, когда уже судебный приказ или исполнительный лист уже попадает, начинает исполняться путем списания там, задолженности, например, с карты банковской или с пенсии, или еще с других источников. Вот. Поэтому бывает, что граждане приходят и говорят, я же оплатил, но вот, к сожалению, вся вот эта система информационного обмена между ресурсоснабжающей организацией, там, нами и непосредственно органами взыскания или банковской системой, тут возникают иногда вот такие вот, скажем, задержки, лаг во времени, когда должник оплатил, но до нас эта информация еще не дошла. Ну, здесь мы всегда принимаем граждан, идем на встречу, то есть они пишут заявление, и мы, соответственно, в случае оплаты уже долга производим им возврат.